Разделившись на две команды и вооружившись огромным запасом знаний, ученики 40-го лицея бьются за то, чтобы быть признанными знатоками родного края. 24 вопроса об истории Нижегородской области, никаких электронных помощников и интернета, только знания и желание победить. Этот проект играет важную роль в вовлечении школьников в подготовку к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Участие в конкурсе – еще один повод проявить свое уважение к многовековой истории родного Нижнего. К слову, подготовка школьников действительно поражает. Некоторые вопросы заставляют задуматься даже взрослых. С каким промыслом всероссийского значения связано это задание на фотографии номер 8? Фотография номер 8 на слайде. Здание соляной конторы, то есть связано с соляным промыслом. Да. 9-й год получает 1 балл. С небольшим перевесом в 2 балла победу одерживают знатоки из 9-го В. Ребята проявили наибольшую внимательность и заработали аж 13 баллов. А капитан команды Даниил поделился первыми впечатлениями. Человек, который не знает прошлого, он не узнает будущего и ошибется в настоящем. Значит, историю надо изучать, и это очень интересно. Это наука, которая кажется связана с мертвыми книгами, но говорит с живыми знаниями. Всех участников исторической викторины наградили памятными призами, книгами и значками клуба знатоков Нижнего Новгорода. Подготовленное мероприятие, оно достаточно компактно дает возможность детям продемонстрировать свои знания в игровой форме. И надеюсь, что такая работа, причем основой стала рабочая тетрадь, которая была на руках у детей, она станет полезной и для других школ. Мы активно вовлекаем детей и в конкурсную деятельность, и что повышает мотивацию к познанию и изучению истории не только российского и мирового уровня, но и нашу историю родного города. Пройти викторину можно и в режиме онлайн до 23 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Карта жителя Нижегородской области». Викторина состоит из 9 тестовых блоков, охватывающих всю 800-летнюю историю города. А всех участников ждет приятный бонус. Конкурс поддерживается областным проектом «Добрый рубль». Благодаря своей активности каждый участник может получить достаточно баллов для похода в музей или театр. Дмитрий Власов, Алексей Калякин. Время новостей.